Так что ж, всем привет, друзья, с вами, как всегда, Дарриди, мы продолжаем играть в игрушку «Защита королевства кошек» Kings Kingdom. Так, что ж, это 16 уже на нас раз нападали, сейчас будет 17-й. Нам надо немножко подсовершенствовать, я предлагаю. Вообще, нам бы по-хорошему здание купить новое. Так что да, я думаю, пока что мы прокачаем, ну не знаю, давайте вот этот. Будет более мощная, хорошо. Так, ну а потом мы купим с вами более крепкое здание. Если сейчас отобьемся, то будет все хорошо. Аптека мне не нужна. Мне нужны лучше деньги. Поэтому надо стараться контролировать и левый, и правый фланг. Так, ну, патроны, конечно, тоже нужны. Так, пока можно перезарядиться. Отбиваемся, все, что перезарядка идет. Маленький пуделек. Так, ну мы хорошо держим оборону. Еще будет наступать, я думаю, 50 монеток там мы точно заработаем. У меня 250, да, новой башни. Какой здоровый был. Так, возьмем узи пока. Узи тоже хорошие. По-моему, даже от дробовика маленько назад отталкивается. За пудель мало дают. Блин, укусила меня. 1% от него. Так, берем новое здание. Причем она не починена до конца. Нифига себе. Какой мощный. 49 их будет. Многовато. Блин, надо стараться контролировать все. Я думаю, с дробовиком справлюсь. Так, в принципе, можно взять мощное оружие. Так, что там, наверное, на правом фланге? Сколько их осталось? Ну, не так уж много. Можно сказать, почти отбились.
Я предлагал взять, усовершенствовать починку просто. Мы не будем само здание чинить. А пусть она автоматически своим ходом чинит ее. Довольно-таки хорошо мы обороняемся. Так, что там у нас слева? Так, отлично. Так, давайте, да, сделаем починку. Пятый левел, думаю, будет нормально. Ну, Узишку улучшим. Пока с Узишкой погоняем. Довольно-таки мощно стало. Довольно ощутимо она лечится. Так что, ребят, можете смело Узишку до максимума совершенствовать вначале. Ну, единственное, патроны то, что будут кончаться, поэтому лучше тоже как-то периодически покупать другие оружия виды. Так, что у нас с той стороны? Так, нужно, чтобы это оружие как-то быстрее перезаряжалось. Чё ты затишься какой-то, это нехорошо. Справа, да, кто-то идет? Право, слева так надо будет ходить постоянно. Так. Прикольно. Промазал, правда. Блин, да что же я мажу-то? Там же вовсю бьют нас. Отбились? Так, ну что будем совершенствовать? Так, ну предлагаю вот это, да? Да, добить уже. А, действительно, с собой мы тоже больше.
Фига себе, еще птичек надо успевать убивать. Все, давай, заряжайся уже. Нифига себе. Так, предлагаю докачивать это. Это будет наше главное оружие самое, поэтому надо прокачать по максимуму уже. Хорошо восстановить здоровье, это прикольно. Да, быстрее загрузка идет, уже хорошо. Нужно нам больше денег. Чем больше денег мы получим, тем нам будет потом проще. Здание почти починилось уже. Так, ничего, вроде отбиваемся, зато нам патронов много дают. Ну, раз решили уже прокачать до конца это оружие, так, давайте будем его прокачивать. Ух ты, нифига себе. Все равно довольно-таки быстро убиваем. Так, правую пушку не слышу, значит, с правой стороны не идут. Преимущественно с левой стороны, конечно же, идут. Да, в конце вот, когда уже такую пушку купим, то нам уже просто будет. У нас всегда, то есть, патроны будут в достатке. Так, давайте ремонтный, чтобы, ну, быстрее ремонтировалось здание, сделаем так.
Постреляем из другого пока что. Да не, не получится. Слишком мощные пошли. Снайперка хорошо убивает их. Так, докачаем, что ли? А, не хватает. Мы же нормально отбиваемся, то есть пока такого нет напряга, чтобы прям прессинговали нас. Просто хочу посмотреть максимально сколько патронов у нашего последнего оружия. Допустим, у УЗИшки 300, у дробовика 36, у автомата у меня, по-моему, 200 патронов, 250. Снайпер 60, базука 12, а интересно, вот у пулемета сколько? Тысяч 207, что ли? Не больше. Блин, там уже прессингуют нас. Надо отводить их. Твою ж мать. Придется брать пулемет, ну куда деваться. По-другому нам просто было не отбиться. Это был мощный поток. Может, 1440 максималка? Да, 1440. Все, будем знать. Больше ничего не надо было. 1440, замечательно. Причем здание нормально так восстанавливается уже.
Даже интересно будет последний левел. Так, ну все, мы справились, у нас очень много денег. Докачаем вот эту. Скорость базуки можно, в принципе, было. Давайте базуку, что ли, пригодится, я думаю. Ну, мы преимущество будем с пулемета обстреливать. А с третьей я могу больше патронов нести. Так что мы теперь не знаем, сколько максималки пулемета. Тысяча 560, по-моему. Я думаю. Покажите же, сколько. По-моему, 1560. Это самый максимум будет. Да, все правильно, 1560. Я думаю, даже нет смысла здание делать более крепким. Ну, хотя, смысл всегда есть. Может даже, знаете, как начать, допустим, УЗИ, дробовик и постепенно доходить до самого мощного. Ух ты, 130 у меня, я что-то не обратил внимания. Патронов у меня в магазине 130. Ну, здание наше быстро починится. Переживать нам незачем. Мы уже довольно-таки крепкие. Осталось-то немного совсем. Я думаю, может быть, уровней 30 будет. Так, ну все, победили, на этом закончим. С вами был Дарридер, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. И мы еще не раз увидимся. Всем удачи, всем до скорого, пока-пока.